Говорят, что артист всегда должен выступать, как будто это последний раз. Я не хочу думать о том, что будет потом. И будет ли. Čovjek koji je zahvaljujući svom glasu i harizmi postao legenda Sovjetskog Saveza. Tamara Sinjavska, solistka Большого театра. Когда я вас увидел, я сразу почувствовал, что это необычная встреча. Просто боюсь потерять тебя навсегда. Он артист, они же как дети. И ни в какой Париж его отправлять нельзя. Когда ты приедешь, тебя посадят. Милош Бикович. Все будет хорошо. Магомаев. От 23 мая, неделю му 22, на Првом. Реприза понедельком около полуночи, на Другом.